Данный фильм, который вы сейчас увидите, рассказывает о первых начинаниях и истоках именно немецкой овчарки, не только в городе Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге, но также и в России. Эта выставка, значит, произошла у нас в Питере в 90-м году. Это первая выставка, тогда, когда, в принципе, был создан, ну, уже была демократия, ГСАФ уже как таковой не имел никакого значения. Создавались другие клубы, и был создан вот этот клуб «Немецкая овчарка» у нас в Ленинграде, который собрали к себе под крыло, так можно сказать, тех ценителей, любителей и людей, желающих именно иметь немецкую овчарку, а не восточноевропейскую овчарку, которую пропагандировал столько лет ДСАФ. Ну вот, и были приглашены судьи Петрова, Шалата и Северин. Тогда считались это у нас в СССР ведущими специалистами по немецкой овчарке. Ну, вот они приехали, и организовалась эта выставка. В этой выставке участвовал и я, Сиваков Михаил Анатольевич, с Кобелем Вольфом Айстопелем. Это мой такой был, пожалуй, первая собака, с которой я серьезно начал заниматься выставочной и племенной деятельностью. До той поры это было, ну, в основном, можно сказать, любительщик. На этой выставке можно видеть, конечно, всех нас молодыми, как мы одеты, наш энтузиазм, то поголовье собак, которое на тот момент представлялось. В основном эти были собаки, привезенные из Венгрии, ДР, Чехословакии. Ну и, конечно, несколько собак было очень интересных, именно с кровями из ФРГ, которые там, в принципе, были в голове и победили на этой выставке. В общем-то, сама выставка, конечно, больше напоминала именно те выставки ДСАФовские, которые там всегда проходили. Они проходили, да, сначала вот начался парад, выступали, ушли все представители выставки, участники. Ну, а потом они распределялись уже по рингам и по категориям и принимали участие в мероприятии. Данная выставка проходила у нас на стадионе «Скороход». Спасибо, конечно, энтузиастам, таким как Букаринова, Гена Саар и Аня, которые создали этот клуб немецкой овчарки, в котором я тоже состоял, покинув ДСАФ достаточно долгое время. Ну, конечно, качество, вы сами понимаете, это 30 лет назад было, качество желает лучшего, но все равно общее впечатление от поголовья и от тех людей, которые представляли своих собак на выставке, вы можете получить, глядя этот фильм. Приятного просмотра! Чего иди! Thank you.
Yeah.
Объемная выразительная голова. Хорошо, в стойку собак. Среднего более выразительного. Хорошо, объема выразительная голова. Желательно больше больше прямовато. Thank you.
Thank you.
Ha, ha, ha!
собака. Да, собака первая. Вольф Альстойфель. От Аранев Больги Орши Курана и Дирфон Зейбахтай. Получает оценку очень перспективной. Это кобель очень хорошего типа, выше среднего роста. Но тем больше объем морды, более выраженного головы, нечелопаточного сочленения, более объемный круг. Но в целом собака очень хорошего типа, не желательный кобель, очень хорошо двигался. Вторая и третья собака получают оценки перспективные. Второй – Бихермени Али. От Йомаса Фонкурфе Бисмарка и Бесси Фоншук Цинкода. Принадлежит Кирину, город Манимор. Также собака современного типа проиграла первому тем, что у него не такие свободные движения и чуть-чуть припадает на переднюю часть. Также желательно более длинный крыш. Эти собака Эндер Пальви Шира, отец Шико, отец Никофон Лехтай, мать Хайки Фондан. Также собака хорошего типа, крупных размеров, несколько припадает движение наперед, но такой не как просто достаточно длинный круг, но достаточно выраженный углы передних конечностей. Четвертая и пятая собака не представляют никакого интереса, и им выставлена оценка неперспективная. Ай, 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 ай
Соотношение длины и высоты, хороший косяк, хорошая выразительная голова, прочность с натяжением линии верха, хорошая длина клуб, крупа длина бедра, хорошая грудная клетка, что в целом и позволило суке продемонстрировать очень хорошие, стабильные, напористые движения. Собака стоит, она как... Ну что вы, поставьте собаку. Что позволило ей занять первое место. Не крупная.
стабильная, гармоничная, с хорошим соотношением длины и высоты. Линия верха достаточно прочная, но без запаса прочности. Не хватает собаке темперамента. Из-за этого она недостаточно продуктивна. В отдельных случаях двигается. Недостаточно темперамента, особенно не позволит будет двигаться на ускоренное расстояние. И в дальнейшем это нужно уделить внимание. Сука, которая получает третье место, собака среднего роста, довольно крепкая, костистая сука. Отдельные анатомические недостатки. Прежде всего, недостаток длины плеча, удлиненность поясницы, недостаток длины крупа и в движении, за счет чего она припадает на переднюю часть, не позволил показать более эффективное движение. Отсюда третье место перспективное. Далее собака, она короткая. Получили оценки очень хорошо и 5 оценки хорошо. Первый по праву без конкуренции стал Бекишхеги Фара от Норта Пананзорана и Бекишхеги Цели, импортированный из Венгрии, владелец Бутулина, город Галин. Собака выиграла в первую очередь типом, логичностью, плавностью движений,
Единственное, что ему не хватает, серьезно не хватает габаритов, даже для этой возрастной группы. И чуть-чуть слабый. Очень хорошие рычаги, очень хороший угол позволяет ему свободно двигаться. Второе место занял Марк Рейс. От Реневоль Георгия Кюна и Шани Шрейс. Владелец Маринкин, город Таллин. Стабильный, достаточно в типе отца. Хорошего типа, крупноватый. Желательно более выраженный угол передней и задней части, что не позволяет ему так свободно двигаться, как первый. Второй кобель занял второе место. Так я дам вам, когда распределите, ты третий Эндрепальви Юнтер. Отников он Лехтель и Энке, владелец Дементьева, город Ленинград. Умело демонстрируется. И тех недостатков, которые в передней части, которые у него имеются, умелая демонстрация это скрывает. И не так заметно вот это вот с передней части укороченной лопатки. Коротковатый, ну, собака хорошо подготовлена, достаточно нахлыстно, хорошо бегает. Чего не скажешь о четвертом кобеле. Эндрепальви Юнтер. Собака хорошего типа, но не умело демонстрируется. Владелец представляет его на цепочке, на удавке, на строгом ошейнике. Собака физически не подготовилась, прям то, что по типу она несколько превосходит эту собаку. Основные недостатки больше также длина лопатки, лопаточного сочленения, длина крупа. Последнее очень хорошо. Эндрепальви Юнис, от него он Лехта Клиент родился на столе. Город Ленинград. Хорошо подготовлен кобель к выставке, но передняя часть выпрямлена. Короткая лопатка, короткий круг, короткая линия. Вот эта вот длина бедра, пожалуй, его оставила на пятом месте, не позволила ему достичь круга. Остальные собаки больше. Полтора метра впереди идущего.
Thank you.
нем отдельно, и пусть он у тебя. Просто. Потому что я счет не веду. 546. Товарищи, кто хочет... получает высшую оценку для данного возрастного класса. Оценка очень хорошо с плюсом. Начинаем. Первое место получает с оценкой очень хорошо плюс. Победителя. Породы немецкая овчарка, младшая возрастной группы, получает Неволун Бернадет. Отец Тель фон дер Норисва, мать Бавария Фанта. Пожалуйста, приглашаем вас в помещение стадиона. Невысокая, крепкая, костистая, хорошо сформированная сука, хорошее соотношение длины и высоты, хорошие объемы, выражение голова. Сука очень хорошо подготовлена к выставке, у нее достаточно длинные рычаги, прочная линия белка, хорошая глубина для нагрудной клетки, очень хорошие связки. Все это собаке позволило двигаться продуктивно, с хорошим толчком и достаточно длинным шагом. Но в то же время в движении чуть припадает на переднюю часть и желателен более широкий шаг, что, в общем-то, при более сильной конкуренции может сыграть свою роль. Но сука завоевывает место и, бесспорно, явный лидер этого ринга. Второе. Очень хорошо. Плюс. Получает собака по кличке Хетерик Лейксайд. Отец Бихарис Лога. Мать Унгваристан Марно. Владелец Кварцова. Крупная, гармоничная, хорошего типа, хорошим соотношением длины и высоты, крепкая, костистая, с неспадающей линией верха, с хорошей длиной рычагов, сука, особенно очень приятное и красивое впечатление собака производит в статическом положении. Но несколько недостаточно длинная и высокопередая, длинная холка, недостаточно высокопередая сука. Особенно это очень видно в движении. Она значительно несколько заваливается на переднюю часть. И желательно большая длина крупа не позволяла немножко собаке двигаться с более поступательным движением, более широким шагом передних конечностей. В результате она занимает второе место, но получает высшую для данного возраста оценку. Очень хорошо. Первые три собаки младшей возрастной группы остаются на награждение после выставки. Первая собака... собака по кличке Астра фон Нельс. Хелле. Астра фон Хелле. Отец Ника фон Рехталь. Мать Лен Фалузели, Альфал, владелец ААС, Таллинский клуб. Очень хорошая гармоничная сука, которая в статическом положении не проигрывает первым двум, даже превосходит их. Очень хорошее у нее соотношение, хорошие размеры у этой суки, хорошая пигментация, прочная с натяжением линии верха, хорошее сложение плечо-лопаточного сочленения,
несколько портит немножко общее впечатление, выражение чуть удлиненное и несколько облегченная морда. Но в целом сука очень высокого класса. Недостаток темперамента в движении, нежелание двигаться с недостаточной силой толчком, небольшой размер передних конечностей, все это не позволило собаке показать все, на что она способна, и в результате проиграть первым двум собакам и не получить высшей оценки очень хорошо с плюсом. Получает только очень хорошо. Вторую оценку очень хорошо получает собака по кличке Дуня Ривер. Отец Бактероиды Скайус, мать Роди Бекин. Второе очень хорошо в данном классе получает сука по кличке Аморос Лиана, отец Канта фон Флидербуш. Хороших пропорций, среднего роста сука, крепкая, прочная, несколько устала к концу экспертизы, чуть сдернута на ногах, не хватает высокопередости и не хватает длины крупа и более правильно сформированного плеча. Отсюда второе место с оценкой очень хорошо. Ривер Дунь. Третье очень хорошо. Получает сука по кличке Дуни Ривер. Отец Бактероиды Скайус, мать Роди Беттин, владелец Кулла. Среднего роста, крепкая, прочная сука, хорошего типа, хорошо сформировано плечо-лопаточное сочленение. Достаточная длина крупа, длина бедра. Очень хорошее впечатление производит сука в статике. Очень выразительного, хорошего объема голова. Правильный постав конечностей. Все это в статическом положении способствует то, чтобы сука боролась за самое высокое место. Но собака не готова. Движение распустило спину, упало наперед. Недостаток темперамента не позволил двигаться более активно собаке. Отсюда собака занимает только третье место с оценкой очень хорошо. Четвертое место с оценкой очень хорошо получает сука по кличке Ивас Камаптера, отец Бактероиды Скайс, мать Сэнди Ценори. Довольно крепкая, прочная сука. Занять более высокое место собаке не позволило выпрямленное плечо-лопаточное сочленение. Недостаток длина бедра. Движение припадает на передние части. Пятое место с оценкой очень хорошо получает сука по кличке Гипси Спродоцена. Мать, отец Польди фон Хаус Рюнкин, мать Рима с пограничной стражи. Поставьте собак. Сука крупная, несколько вздернутая на ногах. Но сука прочная в связках. И несмотря на то, что она в движении проигрывает ряду собак, которые стоят сзади него и в статическом положении, несколько типов, но зато превосходит их значительной частью движения, очень движется на всех аллюрах. Владелец Барина в город Выбор. И второй Таир Хан от Экса и Фрида, владелец Иванов, город Ленинград. Оба кобеля получают оценки хорошо. Устаревшего типа, порученный формат, слабые связки верха, выпрямленные углы плечо-лопаточных сочленений, выпрямленные углы коленного сустава, порученные рычаги передней и задней части не позволят им собакам получить лучшие оценки. Серёжа, подожди, где? Или не туда, здесь?
породы немецкая овчарка. Первое место получает собака по кличке Бактероидес Гипси. Происхождение: отец Гольф фон Дерштагер Ланд, мать Бактероидес Асси. Владелец Петрова, город Таллин. Крупная, крепкая, прочная в связках, гармонично сложенная сука, с достаточно объема выразительной головой, выражена холка, достаточно длинные рычаги, чуть прямоватом плече, прочная, с хорошим запасом линия верха, достаточно длинный круг, длинный круг, хорошо выражена клетка, хорошая глубина, длина грудной клетки, правильный постав, прочные связки, хороший темперамент. Собака движется с желанием, при сильном толчке, хорошем вымахе, и в этом ринге заслуженно получает высшую оценку, очень хорошо с плюсом, но поскольку организаторы сочли нужным, за счет хорошей формы, хорошей подготовки и уже возраста, который приближается в старшей группе, присудить собаке высшую оценку, которая присуждается только в старшем классе, высшую оценку отлично. С чем я поздравляю. Все. Yes!
нашей группы представлено 7 кобелей. Из них 2 получают оценки очень хорошо. Остальные получают оценки хорошо. Первое место занял Хорс от Бутовики Гарри и Пирогвари Хакинса, владелец Сочирина, город Ленинград. Он получил первое очень хорошо, без конкуренции. Не смог получить выше оценку в связи с тем, что у него очень слабые связки и непрочная спина. Движение не очень размашистая рысь. Второе место и оценку очень хорошо получил Эндри Фальви Канта от Брэдхауса Армина и Энке. Владелец Чепунова, город Ленинград. Оценка очень хорошо, можно сказать, здесь поставлена с натяжкой, потому что движение слабое, связки спины выпрямляются. Только умелая демонстрация этой собаки позволила дать этой собаке оценку очень хорошо. Выпрямленная передняя часть и недостаточно длинная. Остальные собаки даже оценки хорошо. Так, девочки, можно подглядеть? Так, начали движение. Так, пожалуйста, пошли. Хорошо, второй очень хорошо, третий очень хорошо, четвертый очень хорошо. Эти три собаки хорошо. Лучшим кобелем выставки признан победитель в открытом классе
признан победителем кобель по кличке Кара, который выиграл до этого младший класс. Второе место в открытом классе получает собака, которая является победителем подросткового класса. Вольф Айстофель. Давайте, встали в одну шеренгу. Подожди, не снимай. И прямо пошли. Не снимай. Хорошо, девочки, хорошо. Сережа, следуй, место в открытом классе лучшей сукой выставки признана Бактероидес гипси, победительница средневозрастной группы. Сука происходит от Гольфа фон Вильштайгерланд и Бактероидес асси. Второе место в открытом классе получает Набелунг Бернадет, сука, которая выиграла младшую возрастную группу. Третье место в открытом классе получает победительница старшей возрастной группы Сюзвалуси Бэби. Отец Фицка фон Урбеке, мать Афра фон Натоплац. Четвертое место в открытом классе. Четвертое место в открытом классе получает сука, которая победила в подростковой группе Росси Виктория. Отец Сиро де фон де У, мать Адель Гармония. Так, темп, интервал. Бэби. Очень приятно он производит впечатление, у него есть достоинство, плечевой пояс, длина трупа, связки, слабые связки у собаки. Сука, которая выигрывает у него, не очень правильный, корректный фронт, хорошее сочленение все, очень прочно и движется она с большей силой бочка, волчьим вымахом. Отсюда довольно делает. Спасибо. 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 Оп. Спасибо. Да. Вот, награждать будет. Только на него заходит третий со второго. Куда? Мы сразу зайдем. Самые
Гирсик. Гирсик. Кита. Гирсик. Клещеньки не остались, да? Сучка, да, моя. Происхождение. Демшить Кути Борис и Сюзвалуси Бэби. Алла, ты поздравляй, ладно, я тебе сейчас... Давай папку, давай папку, папку давай. Папку. Так, Аллочка. Поздравляем, желаем успеха в дальнейшем. Наливай. Тебя одного. Подростковый класс убили. Первое место занял кобель по кличке Вольф Айстофель. Происхождением Аранвилдиор Шекуран, мать Дира Фунзи Бахталь. Такой. Не видел. Давай, награждайте, привыкай. Вольф. Второе место занял кобель по кличке Беферлини Али. Происхождением Юлиус фон Фюрст Бисмарк и Десси фон Шуценхоф. Миша, куда ты ушел? Происхождение Ника Лехталь и Хайки Бадбол. Аллочка, зелененькую вот ей. И кораблик на память. Давай. Пришли второе место, Аллочка. Алла, на второе синенькую. Одевай прямо на них, чтобы на камеру. Так, ну, бежать. Да, да. И вам подарочек. Давай. Подростковый класс суки. Подростковые классуки. Первое место заняла сука Росси Виктория. Отсюда Сира Дефон Деру и Адель Гармония. Поздравляй сразу красную. Второе место заняла... Катя.
Лентов и для Колузыли Альпы. С той стороны такой, зайди, ты куда пошла? Ати, не ходи. Оказать помощь, поддержку и прибыть.